Я хотел бы напомнить имена наших героев, которые сегодня блистали на этой сцене. Начнем по порядку. Андрей Кузьминчук. Виталий Делистянов. Выходите, пожалуйста. Джошуа Рейгуч. И Питер Бартманс. Это наши герои, это те люди, которые украсили сегодняшний вечер, поскольку самые лучшие музыкальные инструменты не могут издать ни звука без того, чтобы это сделали руки наших музыкантов. И, наконец, мы сейчас слышали перед этим, как звучит каждый инструмент по отдельности, как вы сейчас поняли. Наши музыканты готовы показать, как звучит ансамбль, который состоит из инструментов Yamaha, на которых играют мастера-профессионалы, такие как Андрей Кузьминчук, Виталий Делистянов, Джошуа Рейгуч и Питер Бартманс. Итак, пьеса, которая будет сыграна совместно, Jam Session. Thank you.
На этой сцене. Я хотел сказать спасибо всем. Я хотел сказать спасибо вам за то, что вы пришли, и без вас не было бы этого замечательного вечера. Я хотел бы сказать спасибо замечательным музыкантам, которые украсили этот вечер. Я хотел бы сказать спасибо корпорации Yamaha, которая сделала эти и многие другие отличные инструменты. Я хотел бы сказать спасибо компании Yamaha Music Gulf, которая сделала возможным приезд таких замечательных гостей к нам. Я хотел бы сказать спасибо всей команде InJazz, которая сегодня принимала участие в техническом оформлении этого мероприятия. По-моему, был неплохой звук, да?
И этот звук обеспечила наша команда, полностью оборудование Yamaha. Yamaha выпускает не только музыкальные инструменты, но и отличное звуковое оборудование. А на сцене In Jazz Live будет очень много интересного в сентябре. У нас стартует детский музыкальный фестиваль. У нас будет много интересных концертов в рамках этого фестиваля. Так что следите, пожалуйста, за нашей рекламой. Мы будем вам звонить, мы будем вам писать, мы будем помещать рекламу в Фейсбуке. В общем, короче говоря, мы очень хотим вас видеть еще и еще. Спасибо! До новых встреч!